Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжая свои видеообзоры, сейчас покажу вам сорт «Колобок». Сорт это ранний. Сейчас прочитаю, что на нем написал производитель. Так. Салатный консервный сорт для открытого грунта. Раннеспелый. Период отходов до созревания 90 дней. Растение детерминантное. Высота 45-55. Плод округлый, гладкий. Окраска спелого плода ярко-красная. Так, масса 50-60 грамм. Вкусовые качества свежих плодов хорошие. Универсальная высокая урожайность. Дружная отдача плодов. Вот он этот колобок. У меня, как и все ранние сорта, конечно, он выращивается по принципу «посадил и забыл». Когда-то весной я его посадила здесь, вот сейчас пришла собирать урожай. Вот видите как, он прям такими большими скоплениями, кучками лежат томаты. Сейчас, подождите, неудобно. Их тут много, и красные, и зеленые. Сейчас красные оберу, зеленые еще будут лежать. Вот видите, вот там, в кустах дальше, все везде это колобки лежат. Он действительно дружно отдает урожай. Вот сейчас он начал спеть. Я его еще посадила поздно, с рассадой долго занималась. Несмотря на холод, на сырость, все плоды целые. Все они поспели на земле. Единственное, что нынче нас град побил, вот эти вот дырочки, это последствия града. Вот еще дырочка. Больше ничем плоды не повреждены, ни фитофтуры на них нет, ничего, никакой не гнили от сырости. Колобков очень много. Тут у меня всего 8 кустиков, но они, я же их не пасынковала, они, видите, вот как расползлись все эти ветки. Вот он, вот где посажено, у него... И туда ушло, он там своих колобков разложил. И туда, все, короче, он везде расползся. Плодов будет, конечно, много. Я еще не снимала их, сейчас буду оббирать. Вот это небольшое знакомство, краткий видеообзор с сортом «Колобок». Как все ранние, он не очень крупный, но идеально подходит и для консервирования, для переработки на томатопродукты. Соки, пожалуйста, кетчупы, лечо. Все это можно из него делать. Вот сейчас август. Все, в течение августа месяца он отдаст свой урожай. Отдача идет дружно. Вот сейчас ведро примерно томатов соберу. Во второй раз приду, соберу все остальные. Если будет холодно, сниму даже бурами. Все, вот это сорт «Колобок». Относится к ранним. Можно выращивать в регионах с холодным и с коротким летом, потому что август месяц, он весь сейчас уже поспеет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Просто более длительные обзоры делать очень холодно.